Хор «Сударушки» открывает праздник торта в Одинцовском клубе «Активное долголетие». Задорные песни и частушки настраивают гостей на дружеское чаепитие и дегустацию домашних лакомств. В советское время пекли из того, что было в доме. Что-то было трудно достать, но все равно были очень вкусные пироги, торты. И сейчас они не отстают. Пирог тыквенный с грецким орехом, русский каравай, торт киевский, ягодный, зимняя сказка. 11 участниц клуба представили на конкурс свои кондитерские шедевры, креативно подойдя к их презентации. Кто-то рассказал историю появления торта в жизни семьи, другие подготовили творческое выступление, и абсолютно все поделились друг с другом рецептами. Старания участниц оценила и конкурсное жюри. Испечь там трехслойный торт из безе, и с каким-то необычным кремом, и еще сделать сказочный домик, ну, наверное, это вот профессионализм. Участников и гостей праздника могло быть и больше, однако долголеты строго соблюдают меры эпидемиологической безопасности и надеются, что в следующий раз смогут попробовать новые интересные блюда. Ведь конкурс оказался настолько оригинальным и самобытным, что решено было сделать его традицией. Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».